Дело Юлии Тимошенко снова стало центральной темой украинской политики. В среду информационное пространство просто взорвал Марик Сивиц. Это польский депутат Европарламента. Но что более существенно, со времен президента Квасневского Сивиц – один из ближайших его советников. Так вот, на уходящей неделе Сивиц раскрыл детали якобы секретного европейского плана по отправке Юлии Тимошенко на лечение в Германию. Плана, изложенного на закрытом брифинге Квасневского и второго специального посланника Европарламента Пета Кокса, которые осуществляют, по сути дела, посредническую миссию. Условия плана, как написал сам Сивиц в своем блоге, таковы. Тимошенко сможет выехать из Украины в Германию после частичного помилования. Мол, президент Янукович сократит срок ее заключения с 7 до 3,5 лет. Половину этого срока Тимошенко уже отбыла, а значит, сможет попросить об условно-досрочном освобождении. Однако нанесенный ущерб, а это около 200 миллионов долларов, она должна будет компенсировать. И еще для Тимошенко сохранится запрет на 3 года занимать должности на государственной службе. Сообщение Марика Сивица все стороны поспешили опровергнуть. В Украине говорят, что процедура частичного помилования по украинскому законодательству не применяется. Об этом заявила министр юстиции Елена Лукаш. А в Европарламенте Эльмар Брок, это глава комитета по иностранным делам, сказал, что вообще поражен тем, как польский депутат исказил содержание встречи со спецпосланниками Коксом и Квасневским. Однако большой опыт Марика Сивица в международных делах, а самое главное его приближенность к Квасневскому, позволяют все-таки предположить, что это была не безответственная утечка услышанного на брифинге, а сознательная попытка хоть как-то сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Ее сторонники настаивают, что Тимошенко должна уехать на лечение в Германию до саммита в Вильнюсе. Но вот процедуры для этого в украинском законодательстве пока что нет. Что же должно произойти, чтобы Юлия Владимировна все-таки уехала в Германию? Разбиралась наш политический обозреватель Ольга Червакова. В кулуарах Европарламента бурная дискуссия об украинском вопросе. Пэт Кокс и Александр Квасневский привезли отчет миссии об Украине. Но это не точка, основа запятая. Миссия продлена до середины ноября. В моих отношениях с Украиной по понедельникам, вторникам и средам я оптимист. По четвергам, пятницам и субботам пессимист. А по воскресеньям я думаю. В Брюсселе в очередной раз заявили, что не видят соглашения об ассоциации без решения проблемы Тимошенко. Одновременно послали сигнал, верят, что миссия Кокса-Квасневского выполнима. Это редкий случай, когда все главы всех групп и партий единодушны в своем решении и в своих мыслях. Надо найти возможность для Юлии Тимошенко выехать из страны и пройти лечение за границей. Если бы мы были пессимистами в вопросе Украины, то миссию не продлили бы. Нынешней украинской власти и бывшему премьеру европейские ревизоры привезли эксклюзивные предложения. Юлии Тимошенко лечиться в Германии. И она согласилась. Виктору Януковичу прошение о помиловании заключенной. Оно размещено на сайте Европарламента. И то, и другое могло бы стать первым шагом к решению проблемы. Но пока ни одна из предложенных еврочиновниками схем не сработала. У президента України нема правових підстав для підписання указу про помилування, але це моя особиста думка. А також є рішення комісії про помилування по цій самій справі, яке вважає передчасним розгляд такого питання. Помилование и ничего другого. Такова теперь позиция окружения узницы Харьковской колонии. Аргументы о невозможности подобного шага из-за того, что не истекла половина определенного приговором срока тюремного заключения, тут не считают серьезными. Президент Украины имеет необмежене право на помилование. Ті обмеження, які встановлені указом президента. Тобто Віктор Янукович сам себе обмежив в процедурі помилування. І у випадку з Юрієм Луценком він показав, що він може нехтувати цими обмеженнями. Це правда, але тоді президент повинен, наприклад, визнати, що не треба відбувати половину терміну. І тоді кожен громадянин скаже, послухайте, половини ж не треба. Тоді виникає питання, навіщо той вирок? Не можна сьогодні застосовувати вибіркове правосуддя, але й не можна сьогодні застосовувати вибіркове помилування. Тобто всі громадяни повинні бути рівними. Степан Гавриш при Кучме был координатором парламентского большинства, при Ющенко – советником президента. На его глазах происходили настоящие чудеса правовой эквилибристики и пики геополитических обострений. Президент Янукович не любит действовать под тиском, а на него здійснюється сегодня неимоверный тиск с боку Европы. Европа психологически это понимает, поэтому миссия Квасневского-Кокса є
майже таємною, дуже тонкою і закритою. Це означає тільки одно, що ми сьогодні отримали черговий ребус, який влада буде використовувати для того, щоб подивитися, чи може Європа піти на те, щоб відмовитися від визволення Тимошенко. Сейчас на это мало шансов, уверяют люди, хорошо знающие настроение политиков Старого Света. Еврочиновники оказались заложниками своих же заявлений. Они не могут дать задний ход ни в вопросе евроинтеграции Украины, ни в вопросе освобождения экс-премьера. Плана Б на сьогодні насправді не існує. Тобто від цього залежать кар'єри політичні, від цього залежить обличчя і самого Європейського Союзу, і тих європейців, європейських бюрократів, які займалися цією справою. Угода без Тимошенка підписана не буде. Це буде означати, що Європа перестала бути Європою. Надпись «Юлі волю» теперь уже не только читают в палаточном городке на Крещатике, но и пишут европейские чиновники и дипломаты. Накануне Вильнюсского саммита это не просто лозунг соратников экс-премьера, но и предмет большого политического торга. Будьте добры, есть у нас возможность прервать сюжет сейчас? Я попросил Ольгу Червакову, автора сюжета, подняться из Ньюсрума в студию. Оль, на самом деле вот наши зрители запутались. Давай коротко поговорим об этом. Много мы говорим о ситуации с Тимошенко. Ты с основными спикерами уже который год, будучи парламентским корреспондентом, общаешься неформально, как в Америке бы сказали, out of records. А что на самом деле они сейчас говорят? Есть ли у них уверенность? Поменялось ли их настроение? Чувствуют ли они, что, ну да, Юлия Тимошенко вот-вот уедет в Германию? Ты знаешь, на самом деле не только зрители запутались, но запутались и уже и эксперты, и политики. Вот все эксперты, с которыми я общалась на этой неделе, они просто за голову хватаются, потому что на этой неделе произошел некий слом, после которого стало понятно, что вообще ничего не понятно. Вот смотри, вот все стороны этого конфликта находятся в жесточайшем шпагате. Власть абсолютно, очевидно, не заинтересована расширять коридор возможностей такого сильного и непрогнозируемого соперника, как Тимошенко. Но с другой стороны, она связана обязательствами ее выпустить или освободить, или как-то решить этот вопрос. Оппозиция понимает, что если она не пойдет на какие-то уступки в этом вопросе, и соглашение об ассоциации не будет подписано, то потом на Тимошенко повесят всех собак, и они тоже не готовы держать такой удар. А с третьей стороны, Европа, ну вот я уже говорила об этом, что у них тоже есть абсолютно взаимоисключающие на данный момент требования. Это освободить Тимошенко и подписать соглашение об ассоциации. То есть абсолютно очевидно, что на этой неделе мы будем наблюдать развязку. Какой она будет, непонятно, но всем сторонам абсолютно очевидно, что нужно будет чем-то поступать. Подожди, а консенсус возможен? Вот возможно общая позиция? Ну вот, знаешь, на этой неделе возникла еще одна концепция, которая называется «отпустить, но не освободить». Два законопроекта проекта соответствующего содержания, внесены в парламент, там разные нормы заложены, как будет отбывать наказание тот человек, который уезжает за границу из мест заключения, будет ли ему срок лечения засчитываться как срок отбытия наказания или нет, но это опять же то, что абсолютно не устраивает оппозицию. И мы вот сегодня видели, там и на прошлой неделе политики говорили, что Юлия Тимошенко не поедет в Европу в наручниках. То есть тут на самом деле компромисс должен быть со всех сторон. Каким он будет, непонятно, потому что и власти тоже с третьей стороны невыгодно, чтобы Тимошенко уезжала в Германию, там получала площадку для своей абсолютно очевидно политической деятельности, которую она начнет вести. Ну, спасибо. Понятно, что все запутано, но, по крайней мере, вот такой свежий взгляд нам был нужен. Давайте к сюжету вернемся. Спасибо. Сегодня все зависит от, на мое переконання, залежить від двох людей. Перша ключова особа – це президент України Віктор Янукович. А друга – це дійсно така компромісні також дії політика Юлії Тимошенко. Просить о помиловании Юлия Тимошенко, очевидно, не согласится никогда. Для нее это слишком большая уступка. Це буде визнання нею вини, це позбавить її права на майбутню політичну і юридичну реабілітацію. И это практически скасует все ее протесты. Миловать без прошения не согласится президент. Абсолютно очевидно, что страна власти не пойдет на подписание указа о помиловании. Надо выходить из реалий. И единственный компромиссный вариант – это принятие специального закона, гуманизация процедуры отбывания наказания в Украине с возможностью прервать наказание и поехать лечиться за границу. О таком варианте развязки патовой ситуации заговорили на этой неделе. Президент пообещал подписать законопроект, как только его одобрит парламент. Начат процесс подготовки законопроекта, который позволит выехать Тимошенко на лечение за рубеж.
Как только этот вопрос в парламенте будет решен, и у меня на стол ляжет этот закон, я его подпишу. В законодательстве многих европейских государств, как Эстония, Болгария, Дания, например, существует норма, согласно которой человек, отбывающий наказание, может получить отсрочку, каникулы, вот, может прервать отбывание наказания и уехать на лечение. Как он туда приедет, кто его будет охранять, что будет, когда он закончит лечение, он повинен повернутися і відбути покарання, яке є, бо це не помилування, то такий закон може бути розглянутий. Мабуть, його повинні підтримати і опозиція, і більшість. От це такий законопроект. Невеликий, на дві сторінки. Такой законопроект ще літом внес в парламент бывший соратник Юлії Тимошенко депутат Сергій Міщенко. Додаткова стаття 8.1. Право засуджено на лікування за кордоном. Це визвало бурю протесту в рядах опозиції. В офісі «Батьківщини» продовжують настаювати. Єврочиновники просили не відпустити, а освободити екс-прем'єра. Президент Коксі-Кваснєвський звернувся з відповідною заявою до Віктора Януковича. Віктор Янукович видає відповідний указ, після якого Юлія Володимирівна стає вільною людиною. І після цього вона приймає рішення про полагодження всіх медичних питань і відповідне лікування. Тимошенко, якщо вона дійсно хоче, щоб Україна підписала соглашення об асоціації, то вона повинна будь-якою ціною уїжджати в Шаріте. Із Германії Юлія Володимирівна, по великому рахунку, отримає можливість більше і активніше інформувати і своїх сторонників, і противників, видвигати якісь політичні ініціативи. Пропозиція щодо того, щоб відправити Юлію Тимошенко в наручниках на тиждень на лікування, є неприйнятною. Тому що це пауза в політичних переслідуваннях. Знаєте, так, на тиждень зупинили диктаторів і політичні переслідування, а потім знову відновили. Після заявлення Януковича о готовності підписати закон, із Європи прийшов ще один сигнал, але вже противоположный. Вице-президент Европарламента призвал Юлию Тимошенко и ее соратников согласиться на компромиссный вариант, даже если он не очень будет их устраивать, потому что на кону европейская интеграция Украины. У нас есть прекрасный посол Ян Тамбинский, который теперь должен прежде всего убедить представителей оппозиции, что нет смысла обижаться на то, что было, и если есть возможность, подготовить такой проект. Тимошенко уверена, что она выиграет свое дело в Европейском суде по правам человека. Соответственно, она может выиграть и выйти на свободу победительницы. Соответственно, она вполне может согласиться на лечение, и она соглашалась еще в сентябре. Сторона власти, если увидит, что что-то идет не по их сценарию, что кто-то нарушает свои обязательства, она может интенсифицировать рассмотрение других дел против Тимошенко, довести их до суда и требовать ее выдачи через Интерпол, вешая на нее всевозможные преступления. То есть каждая из сторон остается с запасом своих козырей. Законопроект, который позволит хоть как-то приблизиться к развязке, может быть рассмотрен в парламенте уже во вторник. Следующая неделя пленарная. Депутаты от власти будут говорить о гарантиях возврата в страну и неуклонения от следствия по еще открытым уголовным делам. Их противники станут настаивать на полной реабилитации главной оппозиционерки страны. Наблюдательная миссия Европарламента с понедельника снова прибудет в Украину, чтобы искать выход. Я так много провожу времени в Украине, что жена иногда спрашивает, нет ли у меня там другой семьи. На что я отвечаю, да, есть. Это господин Янукович и госпожа Тимошенко. Ольга Червакова, Сергей Килимник, Владимир Дедов и Владимир Самченко. Подробности недели, телеканал Интер.